Fortnite и будем лететь, наверное, в деревню. Ой, я забыл представиться, вы на канале Shark and Friends. Так, где там наш автобус? Где автобус? Я в гневе! Всех расстреляю! Все, автобус появился. Ну, летим в деревню, а потом в агентство махнем. Так, можно было... Я не знаю. Так, можно прыгать? Потому что деревня тут недалеко, нам нужно в большой домик. Тут домик есть большой, и надо в него. Пишите, на каком вы уровне. Я на 29 уровне. А вы пишите, на каком вы уровне. Очень интересно, на каком вы уровне. И если вы выше уровень у вас, то пишите в комментариях, как играть в Fortnite. Я пока только учусь. И мне тяжело еще. Вау! Я давно хотела его протестить. Давайте потестируем, что ли. Опа-опа-опа. Вау! Уи! Полетели дальше. У меня был он единственный. Но нам надо оттекать, все равно было оттуда. Ну, вообще крутая штучка. Мне она очень нравится. Так, давайте возьмем пестик. Меня пестик не раз выручал. И пойдем в дом. Нас прогнали. Или я сам улетел. Тут с какой стороны посмотреть? Ой. А буря начинается. Ничего страшного. Так, где тут у нас? Ищем, ищем, ищем. Где сундучок? Сундук. Ау. О, сна, хорошая штучка. Хотя бы синяя, а то серая вообще. Отстой. О, пошли вверх. Где-то тут. Наверху. О, баночка. Потом ее выпьем. Вот, серое качество пистолета. Ну, потом я выкину пистолет, конечно. Что-то у нас. О, есть хорошая штучка. Так, что тут у нас? Ну, можно взять. Давайте поднимемся наверх и выпьем баночку. Потому что баночка нам повысит защиту. А защита это очень хорошо. Так. О, еще патроны для пестика. У меня уже 88 патронов на пистолете. Так, надеюсь, нам снайпер в голову не нальет ничего. Так, теперь точно снайпер в голову не накидает. Ой, заодно. Так. Опа. Надо бежать в агентство уже. Мы успеем еще сундучок открыть. Очень много дерева вот эти блоки дают. Так, открываем. Вау! Дали снайпу красиво. Так, я не знаю. Ну, давайте вместо пестика возьмем, что ли. Что тут у нас? И возьмем баночку, сейчас выпьем быстренько. И возьмем аптечку. Аптечка нам пригодится. И быстренько в агентство тёпаем. Так, где там у нас агентство? А, ну тогда приятный парк. Если успеем дотёпать. Все равно путь один и тот же. Жалко, что нету джемпеда. Жалко, очень жалко. Ну, пошли. Побежим. Без джемпеда, конечно, тяжело будет. Так, приятный парк, колки и ключи. Ну, можно было в колки и ключи, конечно, пойти. Ну, в колки и ключах там много народу. Так, 56 еще, 55 человек. Это многовато. Снайперка. Нет, это не снайперская. Это
это не снайперская винтовка. Как бы мы в зоне, нас буря не достигнет. Можно в колкие ключи. Мы тут недалеко. В колкие ключи сбегаем. По дороге зайдем в колкие ключи. Тут очень много разных штук. А, я забыл, я же тут часто бываю. Это моя любимая локация. Тут очень много сундуков. И людей мало. Так, тут сундучок у нас сидит. Я спрятался. О, вот он спрятался. О, ну давайте возьмем тактический дробовик. А большую пушку я не буду брать, потому что два слота занимает. Это очень много. И можно машины тут бить, это очень хорошо. Так, что тут у нас? Кирпич нужен. Так, о, сундучок. Патроны. О, холодильник. Прикольно. И что это он нам дал? Что это? Я не могу навестись на него. Странно, я не знаю, что это. Ого, сколько сундуков. Ну, мы не будем их всех забирать. О. Патроны. Еще патроны. Что тут у нас? Это у нас тактик, да? Это у нас тактический дробовик серого качества. О, вот сундучок. Забираем те, которые видны. Что-то раскидала она нам все. Так, это что у нас? Это такая же винтовочка, как и сейчас у нас. Фиолетовая. Так, где там зона? Зона еще совсем далеко. Можно быстренько сбегать в агентство. Мы недалеко тут. Я быстренько, по делам. Так, где там агентство? О, там агентство. 200 метров, совсем недалеко. Сейчас сбегаем, заберем наш миниганчик и вертолетик. И полетим. Правда, чтобы нам никакие люди не встретились на пути. Так, а теперь как забрать? Надо сзади оплыть. О, есть лодочка. Приятный сюрприз. Спасибо. А мне недалеко, спасибо. Спасибо, что подвезла, но мне недалеко. Мне осталось только в агента превратиться. И все. И забираем миниган. Ну, давайте возьмем какой-то, что ли, вид с оружием. Так, а тут нет ничего. Один миниганчик. А вот и миниганчик. Здрасте. Ой, спасибо. Спасибо, я вас очень люблю за то, что вы мне миниган подарили. А теперь мне пора на вертолет свиливать. О, 30 уровень, пора свиливать. Мы и так натворили кучу дел. Турбоускорение. Вот колкие ключи. Мы в них были. Как бы можно полетать. О, давайте до аэродропа пойдем. Аэродроп наш подывим. О, аэродропчик. Аэродроп, аэродроп. Ой, ой. Меня с колких ключей расстреливают. Пойдемте на аэродроп. Где тут аэродроп? Не видно аэродропа. Он же, наверное, приземлился. Чуть ниже пойду. Уже идем потихоньку на снижение. Ой. А
где аирдроп? Я не понял. А где аирдроп? Походу, этот уже забрали. Пойдем на следующий. Пойдемте за аирдропом. А, мне как раз в ту сторону. Как раз дорога к аирдропу. Идеально. Это мой день. Чуть дальше круг от аирдропа. Пойдемте к аирдропу, может что-то тут возьмем. Не видно ничего. Так, тут вроде бы аирдроп. Пошли на снижение. Оп. Ой-ой-ой. Тут не... написали свои имена. Быстрее. Нас могут сбить. Очень быстро сбить. Так, ну давайте. Давайте текать. Новая достопримечательность. Вот и хорошо. Где там мои люди недоброжелательные? Меня уже поподбивали. Вот на пляже там сидят. Я к вам иду, ребята. Ой, а что это за рюкзачок? А, рюкзачок, прикольно. У нас уровень 30, уже классно. Так, быстренько спускаемся. Я думаю, тут людей на пляже не будет. У нас как бы миниган, 108 патронов в нем. Как бы тут все легко. С ботом получилось как-то неловко. Да, бедный вертолет. Погиб. В сражении мы его сбили. Так, давайте. Опа, буря приближается. Аирдроп забрали. Так, давайте. О, какой-то корабль. Прикольно. О, сундучок. Класс. Хорошее место. О, динамит. Давайте возьмем динамитик. Вместо вот этой винтовочки, а то я не хочу эту винтовку. Мне динамит понравился. Крутая штука. Так, где там у нас недоброжелатели были? Недоброжелатели у нас были на этом береге, кажется. Да, с той стороны недоброжелатели были. Мой вертолет покоцали. Что тут у нас? Я думаю, будет снижение бури именно там. Да, теперь придется плыть. 10 игроков, это очень хорошо. Мы уже заняли топ-9, потому что уже 9 игроков, это очень хорошо. Пошли. Поплыли, поплыли, мы плывем, ура. Ля-ля-ля-ля, опа. Кто-то сидит, меня встречать будет. Или то пляж. Столбик, наверное. Меня ждет. О! Вот и новая локация обнаружена. О, штучка крутая. Что это? Что? Пусто? Пусто. Прикольно. Ну, тут, наверное, локация будет. Я надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста. А, недалеко. Совсем недалеко. Я полежу тут. Так, мне надо быстренько в локацию идти. Жалко, пока, бережок. Я на пляже хотел отдохнуть. Что тут у нас? Да, тут немного места, где можно спрятаться и динамита заложить.
Ну, будем рассчитывать на наш миниган. Он у нас сильный. Так, как-то страшновато. О, аирдроп. Аирдроп приземлится сюда. Мне бы застроиться тут. Так, дерево у меня есть. О, аирдропчик, привет. Я тебя ждал. Так, крыша. Робому. Так, берем кирочку. Так, как его разрушить? О. Так, давайте подкорректируем нашу построечку. Так. Как ее корректировать? Я еще не учился, как бы корректировать. О, у нас есть один прыгунника. Так, давайте просто разрушим. Я строил, я разрушу. Это моя крепость. Давайте попрыгаем. Попробуем улететь. О, кто-то выстроился. Мы его сбили. Поставим. Так. Так. Я жду, когда соберется местность. Еще пару секундочек. Я надеюсь, меня никто не сбросит. Так, ждем, 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 ждем. А, я тут и оказался. Ну ладно, давайте полетаем. Мне все равно. Ю-ху! Полетаем. Так, кто тут у нас? О, 31 уровень. О. Опа, по мне. Все за мной. Так, попробуем подинамитить. Где он? О, вижу. Так, что делать? Что будем делать, товарищи? Ну, давайте попробуем поминиганить. Хотя, он сейчас сам ко мне в лапы придет. Хопа, у него аирдроп. Нас убили, мы на втором месте. У нас были, конечно, шансы победить. Рыба. Всем пока-пока, до новых встреч. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.